Давай. Почему? У нас в гостях сегодня Антон Гопко, основатель американского фонда Atom Capital, инвестирующего в биотехнологии. Это будет очень смешно, на самом деле. Будет реалити-шоу такое. Все, 4 километра. Отлично. Что-то мы не рассчитали с зарядкой. Тестим BMW i3. Короче говоря, сел в машину с утра, запаса хода 30 километров. Мне ехать до города ровно 30 километров. Сегодня будет второй.